Работники Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии встречаются с трудовыми коллективами региона и проводят с ними информационные беседы. Такие встречи направлены на предупреждение заболеваний гриппом, острыми респираторными инфекциями и COVID-19. С 25 сентября этого года совместно с медицинскими работниками Центральной районной больницы города Лида Центр гигиены и эпидемиологии организовывает мероприятия районной акции, посвященные профилактике респираторным вирусным инфекциям. Сделай прививку, опереди инфекцию. В рамках этого плана мероприятий запланирован целый ряд различных встреч с различными категориями граждан нашего Лидского района, в том числе и с трудовыми коллективами. Такая встреча уже прошла у нас с работниками Лидской обувной фабрики, а сегодня, вот в этот момент, мы будем встречаться с работниками Лидских пищевых концентратов. Основная задача таких встреч – это формирование позитивного отношения к вопросу вакцинации против гриппа. На этих встречах есть возможность рассказать о вакцинах, которые будут применяться в этот эпидсезон, о группах риска с высоким уровнем постгриппозных осложнений, о лицах, у которых высокий уровень заражения гриппозной инфекцией. Ну и, конечно, есть возможность задать какие-то очень узкие, тонкие вопросы, которые не всегда можно, скажем так, получить в каких-то других источниках информации. Работники Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии не только призывают население пройти вакцинацию и защитить себя от вируса, но и сами показывают пример. Они провели коллективную вакцинацию и привились от гриппа прямо на рабочем месте. Наш коллектив, близкие наших сотрудников присоединились к акции, которая проходит в Лидском районе, посвященной вакцинации против гриппа. Мы считаем, что защитить себя и своих близких можно только сделать прививку. Это снизит риски как вообще не заболеть, так и перенести это заболевание в легкой форме. На сегодняшний день в Лидском районе привито уже более 3000 человек, в том числе и дети. Приглашаем всех на прививочные пункты последовать нашему примеру.